Чудо. Ребятки, всем привет, всем доброе утро. Всем привет. Мы привезли из Танницы фотоаппарат. И вот Саня подключил к ноутбуку. Смотрите. Смотрите, сколько ему здесь? Посмотрел это год, да, там мата. Нет, да. Ну он здесь совсем малюсенький. Здесь ему года два, да, наверное. Да. Ой, красавчик, он маленький. Да. И вот теперь какой большой, да. Большой. Ой, да. Ты мой мальчик. А какие цветы? Ой, у нас были и георгины, чего только не было. Все какие цвело. Цветы, наш дом любимый, наш дом родной. Вот наш сладкий маленький. Комары, да, вон кусали? Давай, давай, дочь, пока. Идите, гуляйте. Гуляйте на улице, солнечно. Вот. Вот ты мой сладкий. Мальчик мой любимый. О, ой. Здесь кверх ногами кормят. Кормит, кормит. А, это пелешка, день рождения. Ну ладно, потом покажем, потом. Елочка красивая. Ребятки, мы приехали с детьми. На каникулах никуда не ездили. Приехали на Красную площадь, в остров. Классно, да? А там нету, сказали картинки. Классно, доча? Да. У Веры снежные горки. А Рома отдельно сел, ему надо экстрим. У него это, психбольница будет. Ну что, Ром, страшно, нет? О, Роме пострашнее, Вера забоялась. Сюда идти. Ром, а что, мы просто сидим, что ли? Мы не едем никуда? О, так это... Что, Ром, страшно? Нет? Пока что нет. У тебя что-нибудь там показывают, Ром? Да. А что она, неинтересно, она... Девушка, а что, она вообще не дрыгается, это кресло, что ли? Вообще? Нет, я же говорила вам. Он находится в инвалидном кресле, привязан. А, он находится в кресле, в инвалидном... Господи, да. Боже мой. Если Ром? Если он сейчас опустит голову, вы видите кресло. Ага. Там сложно, если ее подходит. Ром, страшно? Нет? Пока что нет. Пока что нет? Комедия, да? Ноги опусти, ноги опусти, это глаза, Ром. Понравилось? Да. Да вообще вот так поднимаешься, потом резко вот так. Да? Да, круто. Сейчас там как будто кто-то будет и на него бензопилой, с бензопилой кто-то выходит. Thank you.
А хочешь на вот эти горки американские, вот эти вот? Да, по небоскребам. Пойдете? Да. Ну давайте. Туда только. Сейчас тетя покатается, и вы за ней. А мы сейчас тоже будем на экстремальных этих небоскребы. Вот этих. То, что сейчас девушка была. Сказали, это психбольница самая страшная. Рома вышел, даже поулыбался, да? Вообще не до этого было. Давайте. Держимся крепко. Сейчас, наверное, Вера будет визжать. Рома улыбается спокойно. Рома, кричи! Не держи в себе! Что-то на них посмотришь, да? Что-то все так это. Сейчас девушка была, видел, сколько криков было? О, о, во, 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 давай. Страшно было? Нет? Нет, нормально. Не сильно? Ну все. Спасибо большое. Спасибо. Давайте. Рома не играет. А? Рома не играет. Почему? Не поняла. Все. Что, все что ли? В смысле? А может продолжение будет? Нет? Да стой, можно там. А ну-ка, может, еще раз нажать надо? Нет? Нет, стой, подожди, 3, 2, 1. Game over. Все. Черт и че. Че, все что ли? Что-то в Майкопе дольше, да, эти игры были сами, да? Да, дети? Одно... Или оно на паузе стоит? О, все уже. Куда смотреть надо, где? О, считайте. А там можно посчитать, там есть штуки. Давайте, пошлите. Да? Две фисташки, латы фисташки. На... Ага. А, Ром? У нас Рома обожает кит-каты. А это какой кит-кат здесь? Вот это обычный, да? Это с клубникой, это с печеньем. С печеньем, да? И с клубникой. Давайте. А какую цену они? Кит-кат 90. Ага, давайте. Я не буду. Столько много всего. Прошло? Нет? Сейчас думаю.
Я, наверное, быстро, да, карту убрала? Может, заново? Да пока нет. Это японский чисто киткат. У нас же его сейчас нету, киткат уже. Твой любимый, у Ромы любимая шоколадка, это киткат, да, Ром? А его у нас не продают, к сожалению. Ждем вот этот лимонад. Вкусный-вкусный. Вон девочки делают. Да, это Ромина. Сейчас Верочкина тоже будет готова. Вкусненько. Спасибо большое. Да. Спасибо большое. Спасибо. И вам тоже. Пошлите туда. Так, это Ром. 4 сыра. Так, дочь, а это тебе. Воппер. Так, здесь что еще? Картошка фри, пирожочки. И эти, да, еще? Что там еще у нас было? Наггетсы сейчас принесу. Приятного аппетита. Спасибо. Приятного аппетита. Привет. Приятного аппетита. Привет. Приятного аппетита. Мы уже приехали, Саня поедет вниз. Я не люблю вот эту нижнюю парковку. Прям для меня она прям аж подземелье, да, Ром? Мы с Ромой так, пешочком. А Вера с папой поехали. О, как я боюсь вот эти взрывы. Это просто невыносимо. А я поставила тесто. И сейчас напеку булочек. Тесечко, я уже его один раз вот так опустила, все замесила, оно у меня упало, и вот опять второй раз подошло. Ну, сделаю сладкие булочки, это я то, что делала смородину. И сейчас напеку такую красоту. Ну, тесто, как всегда, суперское. Мама меня научила этому тесту, на YouTube-канале есть это тесто, видите, какое оно все пористое, как требуха, ребятки, видно, да? Ну все, начинаю. Сделала много. Масло растопила. Сделаю московские плюшки еще. Плюшечки вот так я сделала. Сейчас убираю в духовку. Разогрела здесь до 180 градусов. И ставлю выпекать. Так. И у меня сейчас здесь еще тестечко мягенькое, хорошее. Так, и еще сейчас сделаю с корицей. Тут у меня сахарок. Делаю вкусняшку с корицей. Все быстро-быстро, потому что булочки выпекаются очень быстро. Короче говоря, вот так, ребятки, сейчас. Вот так делаю. Корица, сахар. Достала новую форму, эту тефалевскую. Помните, покупала с вами. И вот такими рулетиками делаю. Булочки у меня уже там. О, какие красавчики. Ух, красота вот такая. Ням-нямка. Так, здесь у него вот красота выпекается. И здесь смородиновый джем. Помните, делала, ребятки? Еще сверху сделаю сбоку завитушки. Так, Саня там пылесосит. А я сейчас вот такую елочку делаю. Ой, много вырезала. Вот такую елочку. Пирожок в раковине лежит. Ну, там на подставке. И вот так вот будет. Вот так. Вот так. Можно еще эту елочку сделать вот так вот. Будет красиво и вкусно. Так. Вот. Вот и елочка. У нас мама так делала. Я же говорю, выпечка очень быстро делается. Пока здесь делаю косички, вот такие, не косички, а что там даже, елочки на раковине. Вот у меня готово все. Все пропеклось. Вот такая красота. И просто, что у меня здесь? У меня здесь сметанка, ванилин и сахарок. Что вот это вот? Вот так прям все залью, и пусть оно все пропитывается. Вкусно-вкусно. А то думаю, что сделать, что вкусненькое придумать. И на 3 яичка тесто. 3 яичка, там литр молока, я как всегда экономка. Мне жалко литр молока, я беру пол-литра, остальное водой разбавляю, все идеально получается. И вместо сливочного масла я добавляю растительное масло в тесто. Пусть оно вот так все пропитается, настоится и будет очень вкусно и ароматно. Все.
Пусть стоит. Сейчас вот эту камеру отключу и отсюда еще вот так сейчас я беру. И начну делать пирог, ставить в духовку. Все. Такая вкуснятина. Вот так. Вот такая красота, ребятки. Сделала я веточки, елочки вот эти. И убираю в духовку. Вот и этот красавчик готов. Все. Он должен остыть. Он сейчас кипяток, просто горячий. Вот такая вкуснятина. А я пошла заниматься. Ребятки, всем привет. Вчера заливал дождь, а сегодня, смотрите, какой снежок пошел. Сегодня 9 января, ребятки. Снег. Саня сказал, Саня, выгоним машину на улицу. А где он? Теперь надо искать. Снежище прям. Хлопьями прям. Прям снег. Вот он. А я вышла в кроссовках. Без капюшона, без шапки. Саня! С Новым годом! Какой Новый год, смотри, что! Ребятки, у нас этот, что у нас, Сибирь? У нас Якутия, ребятки! Мы в Якутии, ребятки! Смотрите, что творится-то, а? Средь бела дня! А? Ой-ой-ой! Саня, ну включи я вот это вот, туда-сюда. О! Прям зима, ребятки! Прям зима. Сколько там? О, обалдеть, минус 2, Саня. Минус 2, представляешь? Еще Саня, ты же говоришь, на днях плюс 16 было. Да. Саня, минус 2. Ребятки, я в шоке. Сегодня будет ночью минус 6. Да ты что? А что в Москве будет? Там вообще будет Сибирь? Сейчас там, по-моему, минус 20 с чем-то. Да! И снегопад. Ужас, ужас. Все-таки, не, это надо. Надо, ребятки, ну что это такое? Зимой плюсовая температура и дожди. Трава вон зеленая. Надо. Для земли это надо. Надо. Зима должна быть. А это, знаете, здание, вот помните, мы когда ехали по мосту, вот тут, и вот это вот здание, его полностью, да, все, это торговый центр, как же он назывался? Карнавал, по-моему, да? Чё? Его весь разобрали, весь. Даже этот утеплитель сдирали, да? Угу. Все сдирали, прям, он до этого-то красивый был. А сейчас, я не знаю, какой-то, как будто медицинский, да, какой-то будет. Что-то будет, не знаю, что. Здесь Кубанская набережная, река Кубань. Туман, да? И снег. Все подряд. Ага. Мы вот здесь встали. Сейчас свои дела кое-какие уладим. Вообще мест нету. Вообще мест нету. Нашли платную парковку. Где мы находимся-то? Ну, смотри, гостиница, ёшкин кот. Екатериничный гостиничный комплекс. Здесь что, клиника Екатерининская, что ли, где-то? О, пошли. Ребятки, мы возвращаемся домой. У нас все хорошо. Смотрите, что? Минус 5. На улице гололедица. Скользкие дороги. Снег вовсю. Вовсю идет. О, ребятки, этот приезжает, певец Стас Пьеха. Стас Пьеха приезжает, ребятки, вы пошли на концерт Стаса Пьехи? У него же бабушка, да, Эдита Пьеха, у Стаса Пьехи. У него вообще голос очень хороший, очень симпатичный парень. И голос его нравится. Смотри, ничего не видно, а? Не успела, проехали, а там была вывеска. Приезжает Стас Пьех. Когда приезжает, не знаю. Саня говорит, капец, гололед блестит. О, тут не видно. Прям блестит дорога. А этот, что здесь, в Краснодаре не посыпает ее этим солью? Я знаю, что в Москве посыпает солью. Не, здесь тоже, наверное, посыпает. А потому что он резко вылез. Он прям гладкий, блестит, ребятки, ну и снега навалило, а он прям блестит.
Здесь уже не каша, ребятки. Каши нет. Он блестит. Вот надо быть очень осторожным. Саня, сразу домой едем. Я такие вещи боюсь. Прям гладкое все. Главное дистанцию соблюдать. Вон у машин уже сбоку все замерзло. О! Григорий Лепс приезжает. Что-то нам везет на Лепса. Сань второй раз. 15-го, что там, февраля, да? А? А это может этот один и тот же? Да? Григорий Лепс, ребятки, едет. Едем как черепахи все, видите? А смотри, 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 как быстро. Жёх, прям так жёх. Жёх. А посмотри, сколько у него там под колесами это. Прям льда, Саня. А, прям вот такие висят. Прям оглобли. Смотри, бедненький. Смотри, что у него здесь. Вон. Бедненький. Ну, смотрите, ребятки, во дворах что уже здесь. Голуби. Снег. И под снегом трава зеленая. Вот Саня говорит, начали раскидывать. Вот оно. Все, КамАЗ. Раскидывают, да? Uh-huh. А то как так, как каток сюда скользко. Он блестит, прям реально блестело, ребятки. Ну он так неожиданно выпал. Утром ну, да, не было не снега. Было, не было вот дети в школу раз. Пошли, снега не было, ребятки. Утром Саня говорит, какой-то ледяной дождь, да, что-то типа ага. такого было. А вчера в телеграм-канале женщина написала, говорит, Люба, прогуляйтесь этот. Тихо. Прогуляйтесь вы этот, парк Галицкого. Я говорю, хорошо. А потом как ливень пошел, знаете, как из ведра. Как ливень. И, короче говоря, мы дома. Дома сидели, ребятки. Я борщ варила, пюрешку сделала, котлетки нажарила. Домом. Домом занимались. Готовились к школе. С утра дети в школе. Уже Вера должна домой прийти. Время уже. Ребятки, всем привет. Мы собрались в магазин. Смотрите, что здесь. Все блестит. Все просто блестит. Саня, скользко, да? Скользко. Очень скользко. Ну, днем не вариант ехать, и утром тут такие пробки, а днем это... Тут вообще вон... Ой, Сань, давай потихонечку, ладно? Все блестит. А чего здесь не посыпает ничем? Ну, во дворах кто будет посыпать? Не посыпает, да, во дворах? Я думала, если там посыпают, то и на дворах вон девочка прям сметает. Саня, а машины-то обледеневшие все. Ага. Все блестящие. Ой, потихонечку. Ой, ребятки, едем потихонечку. У нас колеса зимние все. Саня, Саня, не балуйся. Ну вот дороги все, вон, смотри, какие камни снежные. Все, этот, возили, везли, мы видели, когда ехали. Что там, песок, да? Песок с этой, с солью рассыпали. Мы уже приехали здесь, недалеко от дома. 10 минут ехать. Кстати, ребятки, смотрите, температура минус 7. Минус 7. Все у нас, ребятки, Якутия. Че, Вера, ты говоришь? Да, если еще минус 50 прибавит, тогда точно будет. Да, Вера говорит, если минус 50 прибавит, то точно будет Якутия. О, что здесь? О! Люди от холода покидали здесь тележки. Ну, видно, холодно заходить в магазин. Все, пошлите. У меня пар изо рта. Ну-ка, сделай пар изо рта. О, минус 7, ребятки. Не хухры-мухры. Вон как здесь скользко. Вера, чуть не упала. Вера, у тебя что, скользкие ботинки? Ну, да. Да? Ну, какие булыжники. Ой. Как цапля иду. Тачку берите. Ой, как хорошо тепло. Ой, как тепло. Как там холодно. Дубак. Хорошо здесь вечером, да, приходить, Сань? Хотел сказать ночью. Людей вообще практически вечером нету.
Хорошо, свободно. Пеленки для нашего Арчушеньки. Арчушеньки, пеленочки, смотрите, здесь сосочки всякие для лялечек, все. Бери, Сань. Ага. Какие собачки классные. Ну, у нас этих собачек, мобачек, вот этих игрушек. Просто цена какая была, смотри, 1000, считай, 700, а сейчас 600 рублей. Угу. Классно. Ну, Вер, куда? Куда? Уже места нету. А так прикольные. Пошлите. Че эти? Будешь? Йогурты могут вот эти. Давай. Пошли. Кидай туда. Короче говоря, я понюхала вот этот, какой-то новенький, 300 рублей, так, 463, вот прям травой пахнет, так вкусно. Давай, держи, вот это возьмем, по 300, вообще супер. И вот эта одна штука осталась, тоже прям запах, вкусный-вкусный. Главное, чтобы, знаешь что, Сань, после стирки оно не выветривалось, а то брали, да, в 5-литровых канистрах, запах обалденный, густой, как кисель. А постирается, вроде бы запах есть, а потом он как при сушке, он весь выветривался. Ну, потом скажем, нормально или нет, ребятки. О, грасс, вроде бы грасс. Ой, как пахнет вкусно арбузом прям. Прям арбузом, ну, да че этот. Ну, грасс, в принципе, она хорошая, смотри, цена какая, 80 рублей. А, это маленькая. А. Здесь все новогоднее было, уже семена. Все, уже подготовка, да? А это что? АБС. 289, кондиционер для белья, ну-ка. Понюхаем, что-то такое огромное. И что-то прям огромное. У меня что-то этот. И 20 стирок всего такой огромный. Не-а, он прям не такой насыщенный, как тот. Короче, ладно. Пошлите. Все. Кому что? Кому что там это? Это что? Масло? Кому масло? Кому? Смотри, какие классненькие. Сколько они сейчас? 339 рублей. Ну-ка, откроем, проверим. Ну, я две кастрюльки такие проверила. Они вроде бы нормальные. Так, а где Саня? Саня, на! Чё ты там смотришь, Сань? Не замерзай. Давай, держи. Смотри, у меня сейчас упадут. У меня их камеры, и кастрюльки. Вот это, смотри, может порваться. Я ее порвала. Пакетики, они очень даже неплохие, классные. Надо взять штучки три. Половник вообще это 69 рублей. Берем. Половник никогда лишний не бывает. Здесь очень дорого это всякое, что там всякое, шампуньки, мампуньки. В этом Магнит Экстре намного дешевле. Здесь Пантин 1000, там 700. Пошлите, выходим отсюда. Рубрика свежей рыбы, ребятки. Ну как же не пройти рубрика свежей рыбы, наша любимая свежая рыба рубрика. Ух, кстати, ментайчик неплохой, неплохой, ребятки. О, рубрика свежая рыба. Что она там свежая? О, какая, смотрите. С таким зеленцой дает. Вкусненькая какая, смотрите, ребятки. Классная рыбка. О, смотрите, а здесь мойвочка, сколько она там, 315 рублей. А это навага. А что, она такая должна быть желтая, да? Да, первый раз такое вижу. Яблоки 70 рублей. 89 рублей, 109 рублей, 99 рублей, 119, 99, 89, 104, 89, 79, 119, 129. Так, а мандарины здесь есть? Апельсин 109, яблоки Гала 90, лимоны 99 рублей, 99 копеек, мандарины 99 рублей, 99 копеек. Вот, мандарины. Там мандарины не важны, они, знаете, какие они будут с косточками. Мы лучше апельсинки выберем. Вкусненькие. Надо, чтобы вот это вот место, жопка, оно было вытянутое, да? И они будут сладенькие. И не такие, чтобы вялые были. Желтенькие, вытянутые, с пипочкой. И будут вкусненькие. Вот. Ну, какой-то он весь как сдутый. Так вот. Какие-то они какие-то. Давай, а что ты такой взял, Саня? Он тут весь без сознания, он уже все. Кирдыкнулся. Ну и что, половина выкинем, там он уже. Вот, смотри. О, что-то у меня нет. А вот, снизу, Саня, это сверху ящик старый закинули, слышишь? А снизу вон все самое хорошее. Как апельсина, сразу чебурашка. Давай вот это вот разгребем вот здесь, Саня. Вот здесь разгребем дырочку вот здесь. Снизу выбираю. Снизу они там нормальные, человеческие.
число там один? 36, Сань. 109, а без карты 138, считай. 36. На сколько? 184 рубля. Давай яблочки, надо посмотреть этот. Айдаред. Так, фреш, кубанские, амбросия. Ёкарная баба. Так, айдаред, а что, все? Кирдык-пердык нету? Айдареда. Айдаред фасованные. Это разве они? Алма. Алма, ребятки? Алма. Так, сейчас посмотрим. Нашли мы айдаред по 90 рублей по карте. А так, сколько они? 131. Давай набираем айдаред. Самые такие они ароматные, душистые. Пусть крупные, но они очень вкусные. Ну, сейчас выберем. А остальное вот... Ой, блин. Доча, подай, пожалуйста. Остальные вот мы брали яблоки, да? Вообще, знаете, дубовые просто. Дуб. Дуб дубовый. Так. Еще нам надо этот... Кошкам и собаке корм надо взять. Сейчас. Вот так. Нормалек. Что там номер 50? Гранат, смотри, какой Сань, прям с веточками. А, веточки-то рядом гранатовые. Ну, он такой весь уже засохший. Он уже все, чердыкнулся. Почему он? 305, а так 200 по карте. А это мясо в ленте. Мы один раз взяли и сказали, больше мы брать здесь не будем. Посмотрите, сколько здесь всегда воды. Тут это мясо плавает. Домой приходишь, приносишь его, оно прям... Откуда? Смотрите, все в воде. Сколько жижи. А мясо, когда много, оно все блестит. Вот. Тоже, казалось бы, да, 489 индейка. Она вся в воде вон. Она вся плавает в этой воде. Ой, ладно. Ой, что там? Все нормально? Да. Колбаска, смотри. Украинская жареная. Интересно, вкусная? Ее, наверное, жарить надо, или она уже готовая, да? Не, она уже, наверное, готовая, украинская жареная. Домашняя жареная. Вкусненько, наверное. Так, что, доча? Крылышки копченые. Так, на, раз. Держите. Так, и вот два, наверное. Так, а там срок годности какой у них? 800 грамм. До 12-го? Чего, января? Давай мне их сюда. А я до 20-го нашла. Так, значит, откройте эту калитку. Так, сейчас с этого угла посмотрим. Так, здесь тоже до 13 января. Вот этот угол правый до... Так, 20-го. Парочку возьмем. Держи. Сливочки возьмем. Так, срок годности до 16 января. А что такое срок годности здесь? Скоро уже кирдык-пердык. Вот тут вообще 13 января. Давайте одну возьму, Вера, много не надо. Потом, слышишь, сделаем еще. Ребятки, яички. Так, 30 штук. 314 рублей. Что-то яйца это подешевели, ребятки, подешевели. 119 рублей. Лето почем? Так, 223 рубля 20 штук. Так, волжанин. Волжанин. Я его не вижу, волжанин. Тут я не вижу этой цены. Короче говоря, 124, 169, 169, 459 десяток. И вот 180. Вот такие цены. Яйца подешевели. Какие-то цены конкретно дорогие. Ну и можно яйца взять за 100. Самые дешевые 24 рубля. Вот так. По акции. А, подожди. Это при покупке 3 упаковки, тогда у вас будет 124 рубля. А если вам нужна одна упаковка, 168 рублей. Во как! Какие-то новые печеньки. Похожие на... А что, кто это производит? Кто делает? Так, изготовитель Турция. Должны быть вкусные, мягкие. И держите, на пробу. Раз, и вот эту с клубничной начинкой. Два. А с ванилью не будем. Попробуем. Здесь, кстати, хлеб очень вкусный, дарницкий. 10 рублей, представляете? А что он такой, Саня, камень?
Это он разве? Нет, это не он. Это не он, это прям камень. А мы брали, он прям черный был. Такой ароматный, душистый. А мы здесь брали за 8 рублей хлеб. Хлеб кубанский, вес 8 рублей. А что это за хлеб за 8 рублей? Интересно, его здесь нету. А? За 10 рублей какой мы брали? Ну вот это не дарницкий. А, дарницкий. Ну не этот, не этот. Он что-то был маленький такой. Ладно, дома 3 лаваша, пол батона. Что за 18? Так, батон гусарский на закваске. С карты за 100 грамм. А, здесь по граммам. Ёкарный бабай. Вот этот хлебушек вкусный с чесноком и с укропом. У нас хлеба валом. Пошлите. Идемте. Саня посмотрел, но у нас дома есть облепиха. Посмотрите, ребятки, я впервые такую вижу. Она чуть ли не как кизил. Смотри, Саня, какая, да, какая она крупная. Впервые такую вижу. Но у нас есть 2 пакета. Почему она? Сейчас по акции 328 рублей килограмм. А клюква вот она настоящая. Это клюква же ведь, да? Или это брусника, или это... Подожди, это что там написано? Брусника, быстро размороженная, смесь компотная. Подожди, вот компотная. Это смородина. Это что, брусника, что ли? Скорее всего, да. Это разве не клюква, ребятки? Я думаю, это... Ну, это смородина. Ну, эти-то ягоды мы знаем. Здесь смородина, клубника там. А вот клюква. Клюква садовая. Вот она, видишь, она какая? Она здесь гигантская. Она здесь... Клюква, вот она. Вот вишня и клюква. Практически одного размера. Обалдеть. Клюква 484 килограмм. Так, вот это белорусская. Вкусненькая. Давай. Короче, нам в комментариях написали. Вот этот туалет весь насыпайте кошкам со временем чуть-чуть, а потом просто переходите на вот такой лоток. Вот он, я смотрю, здесь один остался. Давай, Сань, перейдем на такой, потому что это не дело, вот этот вот сыпучки эти, черти что. Берем вот этот, да, и потихонечку отучаем от вот этого вот. А у нас там еще есть эта сыпучка? Немножко. Вот сколько этих... Господи, туалетов, что они там, сыпучек этих. Короче, мы ходили, смотрим, здесь яблоки, айдарет. Вкусненькие, давай, Саня, еще возьмем. Их мало не бывает. Причем только видно, а их, наверное, только привезли. Нет, мы просто здесь не ходили с тобой, Сань. Наверное. Они просто здесь. Проходим, я говорю, что-то яблоками так пахнет. Что-то такой запах ароматный прям. Прям вкусненькие. Они прям очень... Душистые, ароматные надо взять. Потому что у нас там, где там в Пятерочке, вообще яблоки кирдык-пердык. Не очень. А здесь прям вот яблочки такие вот средненькие надо брать. Давай, Сань, возьмем еще. Самая вкусная селедка в мире. Самая вкусная-вкусная. Просто Белоруссия, да? Белорусское качество, все идеальное. Просто все идеальное. Чего не возьми. Короче говоря, ребятки, так классно ночью. Мы хозяева, да, магазина, Сань? Никого нету. Короче, я прошлась там, смотрела, где вся эта посуда-масуда. И там нигде нету вот этих красных кастрюлек. И я решила все-таки вернуться. Если осталась здесь одна последняя, я ее заберу. Вот, она моя. Я хотела посмотреть себе цветочки здесь. Ну, наверное, здесь их нету, доча. Ну, давай посмотрим. Есть, да? Знаешь, доча в Леруа красивее цветочки, чем здесь. Здесь какие-то они какие-то уже. Ну, а они закрыты, Леруа. Хотя вот этот вот симпатичненький такой, как станица у нас такой, да, зелененький. Зелененький. А это, ну, в Леруашке красивее они. Вот это с лаванды. Тут она уже все, смотри, она даже пластмассовая завяла. Господи, боже мой. Давай, Верочка, не будем вот так это, ширпыр наша тыр покупать. Потом зайдем в Леруа и там посмотрим, да? Завтра. Давай, давай, завтра. Куда ты забрел, Сань? Здесь все спорт. Мы же люди не спортивные. Мы же... Нет, мы же... Ай, что там автомобильный? Автомобиль едет, и все хорошо, Саня. Зачем лишний раз ходить? Где автомобиль? Вон, куртки, шмуртки. Штанишки. Классные, кстати, здесь вещи, хбшечки. Вон, штанишки. 999 рублей. И вот они тепленькие, классные. Такая же вот, что там. Толстовочка, сколько она стоит? 900 рублей.
Ладненько, пошлите, все. Что, тебе подушка нужна, Сань? Нет, не нужна. Ты хотел пощупать ее, Сань? Пошли. Труселя. Шишки, надо взять соль, Сань, досыпать. Хотя там написано, мне обязательно, да? Ну, я считаю, что... А где еще здесь? Что такое? Этот финиш, что ли? Мне этот... Мне Настя присылала эту ссылку, какой они покупают. Эти таблетки, маблетки. А что, у них только этот производитель, только финиш, что ли? Больше никого нету? А! Ой, Вера, фу. Сань, где тут эти таблетки, маблетки? Есть что-нибудь? Фу. Бывает такое, знаете, да, ребятки? Вот мне очень нравилось, у нас даже станица целая лежит, свежесть белья. Я им настолько напрыскала, что сейчас от него, от этого свежесть белья, аж назад оно лезет. Вот прям никак не воспринимать. Короче, давай, Сань, этот, там, Настя то, что сказала, не нам же там еще есть эти таблетки. Смотри, какой порошок, Саня. 400 грамм, 34 рубля. Для ручной стирки. Смотри. Прикол. Ладно, пойдемте. Давай соль возьмем одну упаковку. Еще. А эти закажем Насте, то, что сказала. Давай, бери. Кстати, хорошая цена, 50 рублей. Давай 4 штуки бери. Сколько там у тебя? 3? Еще давай одну возьмем. Все, пошли. Короче, ребятки, вот эти формочки красные, да, они для запекания. Там сколько они, я не помню, сколько были, стоили, что-то 300, что ли. А на кассе пробили они 499 рублей. Представляете, 500 рублей они стоят. Короче, пишут так, а по факту не так, да? Ну да. Вот такие вещи не люблю, вот не люблю. Так что магазин, следите за своими ценами. Пишите одно, а по факту совсем другое. А мы сейчас должны заехать, должны, ага, в этот, в Магнитик, да? Там шампуньку взять и колбаску армавирскую. А что остался? Что устал? Что-то плохо стало? Нет, все нормально. Короче, мы уже здесь. О, никого нету. Снимай капюшон, шапку. Здесь жарко. Мясо, смотри, все накрыло, оно спать пошло, да? И ничего не видно. Ну, правильно, наверное, ночью люди так не покупают, правильно? Чтобы не заветривалось. Ну и что, как его увидеть тут? Ну, давай потом придем сюда. Так. А сейчас и нету ничего такого толкового. Саня, рубрика «Рыба» тоже спать пошла. Пусто. Выросла капуста. Так, пошли. А где Вера? А где Вера? Смотри, никого нет, только вот мужчина полы вот этот ездит, моет и все. Вера! О! А, на шампуньку смотрит. А лук есть у нас? Есть. Смотрите, зелень. Что с зеленью? Смотрите, тимьян. 200 рублей, 100 грамм. Это, картошка 30 рублей. Помидоры 199. Капуста 39. Огурцы полуживые 165. А мандаринки здесь есть хорошие? Ну, опять же таки, это не такие мандаринки. Они жесткие, там косточки. Ой, красота. Но я их не куплю. Мне хватает вон того. Мне вот этого вот не надо. Только любоваться и хватит. А вот этот как надо часто поливать вообще. Чуть что вот так, чук. Так, ну пошлите, что там, где шампуньки, мампуньки. Идемте. А здесь большого нету. Большого нету. Да, большого нету, жаль. Давайте вот эту аквалайт возьмем, тоже ничего. Хватило, это ополаскиватель, бальзам, ёшкин кот. Что здесь все бальзамы получается, а шампунь-то где? Что, всё, что ли? А где шампунь-то? Вот шампунь три в одном, нет, это не надо. Крепкие, густые, бальзамы, что ли, все? Да. А где шампунь-то? Все, нифига себе. Ну да. Короче говоря, Верочке возьмем вот этот вот. Тут 300 миллилитров. Его я краску себе взяла.
себе возьмем вот эту большую бутылку. Смотри, Сань, лимон Мейер. Ну, это как узбекский, абхазский, танкашкуры. Сань, давай возьмем. А там больше нет их нигде. Подожди, тут были еще лимоны, но они не такие. Не-не-не-не-не, эти толстошкуры. Давай сейчас выберем, Сань. Они идеальные. Угу. Сколько там? 800. Подожди, а где тут этот поиск товара вручную? Так, лимон, лэ. А так, свежие овощи. Подожди, грибы. Господи, куда меня понесло? Стоп. 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 Меню. Так, конфеты, кроме замороженные, свежие овощи, грибы. А где фрукты-то? Фрукты. Фрукты, орехи. Так, лимон. 800, да, было? А что у него такой номер-то? Лимоны. Подожди, а это другой же лимон. Лимоны. А, вот они, да, по 129 были? Ну, да. Почему они на 139 рублей? Они шикарные. Ой, какой будет ароматный чай. Вкусный. Армавирская? Да. Ну, давай масло возьмем. И возьмем очень вкусную колбаску. Вот это краковская погоска. Сейчас она по акции идет. Где там? Бери большую. Бери. Кошакам бери большую. Да. Смотрите, ребятки, как все во льду. Все железяки. Доча, холодно. Сейчас я вам покажу. В телеграм-чате показывала фотографии. Сейчас. Доча. Ага, смотрите, как здесь скользко. Осторожно, доча, не упади. Ой, как холодно. А снег, слышите? Хр-хр. Хр-хр. Смотрите. Как это. Хрусталики. Замерзшее все. Все замерзшее. Бедные. А это что, ива? Ивушка, смотрите, что с ивушкой. Она вся сухая. Обледенение, ребятки. Смотрите, она вся бедная, она вся во льду. Вся вот скрючилась. Смотрите, бедненькая, она вся скрючилась. Смотрите, иголочки. Все ледяное. Лед. Это не вода. Не дождь, это ледяное. Да у меня здесь напиток и кошелек в руке. Смотрите. Бедненькая, смотрите. Все замерзшее. Все замерзшее, господи. А зачем так вот прям сразу? Елочка или что-то там, кто-то, я не знаю. А здесь вообще, смотрите, она вся прям вниз, как горшок упала. Смотрите. Вот это да. Как жалко. Смотрите, как жалко. Все во льду. Смотрите. Бедненькая. Она все замерзла. Пошли, дочь. Холодно, холодно. Пойдем, мой сладенький, пойдем. Пошлите, пошлите, пошлите. Рома все помогает. Все выкладывает по местам. Сюда на стол. Все разберем сейчас. Угу, молодцы, умнички мои. Кушай. Кушай. Миша ждет, когда Басенька поест. Блин, время уже час ночи. Надо ложиться. Жирочки мои.